Всегда бывает в команде слабое звено, которое назад команду тянет. Не будьте им, не будьте якорями. Будьте впереди идущими. Старайтесь всегда, чтобы вы были впереди идущими. Чтобы не опаздывать, чтобы вам не говорили, чтобы вы не нарушали, чтобы вы быстро одевали, чтобы вы делали то, что старшие говорят. Если вы здесь это будете делать, отвечаю, вот вы выйдете в социум, в социальную жизнь, вы там тоже будете такими же. Если вы будете здесь якором, вы там тоже будете всегда якором. И в семье у вас так будет, и с соседями у вас так будет, и с друзьями у вас так будет, со всеми людьми у вас такое же отношение будет. And finish course.